Рад всех приветствовать! Сегодня хочу сделать простейшую в изготовлении самоделку. Не знаю, как другим, но мне она в разы облегчит работу в мастерской. Так что желаю всем приятного просмотра, а я начинаю.
Получилась вот такая незамысловатая штуковина. И сейчас я покажу, для чего она нужна и как она работает. Вот такая удобная подставка, которая в один миг фиксирует и, можно сказать, превращает вашу болгарку в шлифовальный станок. Ну а на сегодня все. Желаю вам добра и большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.